Все, мы начинаем. Так, ну что ж, коллеги, располагайтесь. Сегодня какое интересное начало дня, да? Одни говорят, мы все в пробках, другие говорят, мы приедем попозже. Скажите, пожалуйста, онлайн работает? Все на месте? Все отлично. Так, ну что ж, мы будем двигаться по расписанию. Я всех приветствую на втором дне партнерской конференции. Мы будем начинать серию наших докладов. Традиционно напоминаю, что у нас все проходит в два дня. Первый технологический день мы вчера завершили. Было очень много и вопросов, и докладов. На самом деле ваши голосования прям повлияли на нас и изменили наше представление о том, каким, наверное, будет продукт. Потому что некоторые наши сомнения, где мы думали, нам его сделать таким или таким, в общем, развеялись. И для нас это, конечно, очень хорошо и важно. Как пройдет сегодняшний день? Сегодняшний день традиционно проходит в два потока. С 13 часов начнется второй поток после обеда. До этого будут доклады нашей компании. Мы вам сделаем презентацию о том, какова вообще стратегия. Я вот смотрю, что те, кто вчера были, решили сегодня многие не приезжать. Видимо, решили, что они уже видели, что выйдет 16.00. Итак, первый доклад мой будет о том, как вообще мы развиваем, как строим стратегию. Потом будут доклады, которые познакомят вас с продуктом. Сергей Кулешов представит вам, познакомит с компанией. Потом мы расскажем о результатах анкетирования и несколько полезных докладов от наших коллег. И в 12 часов мы передаем эстафету тренерам. Будет два интересных тренера на партнерской конференции. Мы каждый раз стараемся найти два. Они не тренеры? Ну, тренеры для нас. Они вообще очень полезные люди. Окей. Это даже, да, наверное, все-таки не тренеры. Но мы каждый раз стараемся найти тех, кто сделает нам какой-то интересный доклад и для вас, и для нас, и научит, ну, идеям, которые можно увести с собой. Все, потом пойдут два потока. Смотрите на программу, она детально расписана. Во втором потоке мы делимся опытом с коллегами. И многие приезжают для того, чтобы посмотреть на второй поток. Те, кто смотрит нас в онлайне, коллеги, будет трансляция только основного зала. Записи, видеозаписи второго потока мы будем делать и публиковать уже после завершения партнерской конференции. Ну что ж, времени не так много, давайте будем двигаться. Стратегия развития продуктов и компании. Помните, как в начале года, кстати, пожалуйста, задавайте вопросы в онлайне, есть коллеги, которые будут транслировать вопросы. Помните, как в начале года было много, ну, наверное, непонятного? Вообще год предыдущий и год этот – это такие большие года больших, наверное, изменений. Мы с вами рассуждали о том, что будет много непонятных вещей, геополитика играет большие роли. И, в общем, наверное, самый главный вывод, который мы сделали, что, в общем, это все надолго и, скорее всего, не изменится в ближайшем будущем. Похоже, что так оно и происходит. Ожидания от экономики, опять же, где-то положительные, где-то отрицательные. Многие говорили про инфляцию, про рост цен. Ну, в общем, такие вещи совпали, и они как бы рядышком. И я пытался вам донести мысль, что вообще некоторые вещи надо принимать, ну, такими, какими они есть. Смотреть на них спокойно и научиться работать в изменяющихся условиях. И адаптироваться, изменять компанию. И давали соответствующие советы, как воспользоваться вот этим изменяющимся годом. Наверное, самый большой совет и ожидания, которые были связаны, и рекомендации, были связаны с тем, чтобы выходить из информационного потока, который не связан с вами конкретно, который, ну, во многом нам навязывается, для того, чтобы освобождать время для себя, освобождать время для бизнеса и тратить свою энергию на те вещи, на которые вы можете повлиять и от которых может быть результат. Ну и также мы говорили о том, что, коллеги, размышляйте над увеличением цен. Увеличивайте цены на свои услуги или на свои продукты. Мы давали эти советы не только потому, что считаем, что вам нужно поступать, мы делимся своим общим представлением о задачах. И вы помните, в феврале мы подняли цены. На управление сайтом, на небольшие редакции не подняли, на остальные редакции подняли, но в среднем где-то получилось в районе там, 15% повышения цен. Заметные повышения были на коробку корпоративного портала,
Bittrex 24 цены не поднимали, мобильное приложение не поднимали, Enterprise поднимали. В общем, готовимся к верхнему сегменту. В общем, любопытно. Поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас увеличил цены? Ну, в общем, подавляющее большинство. Я на партнерку, к нам приезжали MVP, приезжали наши партнеры, которых мы приглашаем, в смысле на корпоратив. И мы их спрашивали, вот Степан Овчинников говорит, слушай, я сделал все, как ты говорил, все растет. Прибыли много, теперь у меня вопрос, что делать с прибылью? На самом деле это замечательный вопрос, то есть очень хорошо, когда это происходит. Но мы решили немного показать, что у нас происходит. У нас рост выручки примерно 40% в этом году. Это очень хороший результат и для этого года, ну и вообще для сегмента. И Bittrex24 продолжает расти почти в три раза быстрее, чем растет управление сайтом. Это тоже сигнал для нас с вами смотреть внимательно на корпоративные порталы, на этот сегмент. Я каждый раз говорю, что управление сайтом — это продукт уже, в общем, на сформировавшемся, на зрелом рынке. Рынке, на котором количество проектов, наверное, не будет драматически увеличиваться там сотнями процентов. А Bittrex24, он только вступает в начинающийся рынок и очень быстро растет. Вообще рынки меняются, и много разных, конечно, изменений. Одно из самых, наверное, больших, о котором часто сейчас стали говорить, и о котором я постоянно стараюсь обращать ваше внимание, на который, то, что интернет-аудитория достигла максимума. То есть, по большому счету, Москва, Питер вся в онлайне, города большие, почти все в онлайне осталось, там, не знаю, 5%. Небольшой рост возможен за счет небольших городов и совсем небольших городов, то есть регионами прирастает. Но если посмотреть, 66% населения уже в онлайне. Если посмотреть по возрастам, в 12-летний возраст они все попадают уже, профессионально умея все делать, даже могут нас поучить. С дочкой спорил, она пользуется Гуглом, но я ее пытаюсь перекрестить-то на Яндекс. Она говорит, да мне удобно. Папа, зачем ты мне? 11 лет. Скольки летние? О, черт. Это сколько ждать же еще? 55+. Но про эту аудиторию еще сомневаются. Вообще, пойдет ли она в онлайн? Ну, скорее всего, пойдет, если пенсию начнут выдавать через онлайн. Но на самом деле эта ситуация не только у нас. У меня, по-моему, был еще там слайд. Если посмотреть на развитые рынки, США, Германию, европейские страны, Японию, интернет-аудитория достигла максимума. 2,8 миллиарда, по-моему, считают уже в онлайне. Самые перспективные по росту, например, Индия или Китай. И что такое? Мы уже забыли с вами, что такое растущий рынок. Это когда каждый год приливает много новых. А сегодня уже не приливает новых. А что меняется с людьми, когда они уже в онлайне? Что для них это означает? Для них это означает изменение привычек. То есть у кого-то сложились привычки. Он покупает на Озоне, кто-то покупает на Амазоне, кто-то покупает еще. Вот у него есть некий круг. Привычки тяжелее всего менять. Это раз. Во-вторых, ну, люди как бы прокачиваются в этой аудитории. Что с нашей с вами точки зрения означает зрелость рынка? Это означает, что компании, с которыми мы с вами работаем, идут в онлайн для точного понимания, что они хотят. Они создают интернет-проекты для там, успешного там, реализации или дополнения своих стратегий. И это также значит, что они будут интегрировать, например, онлайн со своим офлайном. Хотя он, скорее всего, грань это будет все стираться. Но для них, например, интеграция с 1С станет чуть ли не обязательной. И задача там в том числе прокачивать эту тему, в том числе, ну, как бы целенаправленно. Но мы еще много говорили о том, что во многом это еще и конверсия, и рост конверсии, и вообще борьба за ту аудиторию, что есть. То есть предполагаем, что интернет-проектов, борющихся за клиентов, будет становиться все больше.
Ну, вот здесь как раз некоторые выводы, которые я делал, что переход из офлайна в онлайн уже не эмоциональный, а осмысленный, с показателями, с расчетами. Очень часто в компаниях есть профессиональные специалисты, которые точно формулируют задачу. Ну, то есть мы раньше-то как? Они приходили, нам чего-нибудь мы хотим попробовать. Сейчас вопрос уже зачастую формулируется так. Мы знаем, что мы хотим. И они будут выбирать в том числе тех, кто может дать им и лучшую конверсию, и, например, консультации по АБ, и какие-то другие составляющие. И мы опять же вам всегда упоминаем, создавайте эти разделы на сайтах. Просто наличие старого там, традиционного подхода там, для веб-студии уже маловато. Пополняйте сайт, выводите новую услугу. Мы занимаемся конверсией. Берем текущий проект, оптимизируем его по e-commerce или там, по каким-то другим показателям. Занимаемся скоростью там, отображения, ну и какими-то другими характеристиками. Все больше процессов бизнесовых, B2B-шных процессов будут переходить в онлайн. Доставки, платежные системы также переходят в онлайн. И я рассказывал историю, когда со мной консультировались по поводу один из офлайновых бизнесменов, у которого ритейл, бизнес там, химических, не помню, бытовой химии на, от Урала и до Ближнего Востока, до Дальнего Востока. Он, собственно, говорил, что хочу в онлайн пойти. На вопрос, зачем, он говорит, что спрямляются каналы, и сегодня, например, магазин может напрямую заключить договор с поставщиком химии, и службы доставки, которые, значимость которых возросла, могут напрямую доставлять. И мне нужно найти место в этом рынке, мне нужно начать работать с клиентами. То есть роль дистрибьюторов, она не то что исчезает, но риски, связанные вообще с работой дистрибьютора, они велики. Происходит спрямление канала. Если чуть-чуть исторически посмотреть, это происходило и в СМИ, когда многоуровневые СМИ отходили, мы напрямую начинаем общаться с источником. Ну и много, в общем, примеров. Но еще раз подчеркну, что интеграция с ERP и в большинстве своем с 1С – это одна из таких ключевых задач, над которой нужно будет работать. Ну попробую довольно быстро озвучить задачи, которые мы ставим перед собой по развитию продуктов. У меня будет два доклада по Bittrex24, ну как бы внутренних доклада, по B24 и по управлению сайтом. А потом я хочу вынести еще несколько вопросов для обсуждения, над которыми мы думаем и размышляем, как их развивать. Bittrex24 и как концепция облачного сервиса, и как коробка находит свое очень, ну, наверное, большое применение и для офлайновых компаний, и в онлайне для среднего малого бизнеса. Концепт очень интересно, понимается и принимается людьми. Мы готовим сейчас целое исследование, возможно, у нас появится даже как бы аналитика, подкрепляющая наше рассуждение. 570 тысяч компаний зарегистрировано, 80 тысяч в онлайне. Мы очень активно работаем над надежностью и доступностью сервиса. У нас все в целом получается. Мы разработали, так сказать, целую компетенцию внутри компании, как обслуживать проект. Ну давайте немножко о том, что мы планируем. В большинстве своем основным для нас аргументом являются ваши пожелания, пожелания клиентов, мы собираем их и из них формируем пул пожеланий. И вторая задача, второй для нас вектор, на что мы ориентируемся, это изменение рынка. Ну вот, наверное, все, что связано с мобильностью, это одна из основных задач, над которой мы хотим поработать, чтобы приложение можно было от момента инсталляции установили, зарегистрировали здесь же коллег, которые сидят, отправив смс-ки, они с мобильного могли зарегистрировать, получить приложение, приглашение коллег, работа с задачами. Задачу написали, пуш-нотификация, и счетчик появился на мобильном приложении на иконке. В общем, все сценарии, связанные с основным использованием мобильного телефона, от установки до работы его дальше. Счетчики, уведомления, открытие, закрытие рабочего дня и так далее. Рассуждаем над этой темой. Телефония в мобильном приложении. Мы выпустили мобильную поддержку стационарных телефонов по СИПу, и это оказалось замечательно. Объем и трафик растет большими, быстрыми темпами. И есть один сценарий, который может создать совершенно новое качество. Когда мобильное приложение будет выполнять роль корпоративного телефона. Для этого не нужно будет ставить ни SIP-клиента, ни каких-то других промежуточных приложений.
звонок по внутреннему номеру на сотрудника, и вот он уже, где бы он ни находился, вы смогли с ним связаться и поговорить. Исходящие звонки по соответствующим ценам, входящий показ карточки сотрудника. По большому счету, даже если вы, например, сидите возле компьютера, раздался входящий номер, вы подняли мобильный телефон, а на экране у вас карточка из CRM этого контакта, который с вами связывается. То есть хочется мобильный сделать единым коммуникационным инструментом. И предполагаем, что все у нас должно получиться. Даже прототипы уже сегодня работают. Очень удобно, как мы говорим, для сотрудников в полях и особенно по интеграции мобильной CRM с телефонией. То есть мобильная CRM и мобильная телефония — это как бы единый блок и может получиться единый блок. Приняли звонок, после него заполнили несколько полей, и вот уже запись разговора и все данные оказались в CRM. Вы достигаете тех результатов, о которых, в общем, раньше можно было только мечтать. Очень интересное решение, кажется, все должно с ним получиться. Продолжаем развивать коммуникации внутри Bittrex24. Я вчера детально останавливался на этом подходе, когда нам кажется, что не до конца реализован сегодня путь, когда, например, мы можем письмо написать прямо в живой ленте. Поэтому мы предполагаем, что адресуя сегодня сообщение в живой ленте, вы сможете указать не только сотрудников, но и e-mail, либо контакты людей из экстранета. Они будут автоматически добавлены, им уйдет письмо, где они смогут либо через письма отвечать, либо нажимая «Открывать на публичных страницах». Не буду сейчас детально останавливаться, мы хотим внутренние и внешние коммуникации почтовые лучше задействовать и с сотрудниками, и с коллегами. Можно будет ставить задачи, используя e-mail, адресуя, указывая в следящих ваших клиентов или пользователей. И это тоже должно упростить работу, в том числе с задачами. Ну и таким же образом мы хотим научиться уже пришедшие письма адресовать внутрь портала, для того, чтобы с ними можно было лучше и удобнее коммуницировать с коллегами. Есть еще один сценарий, это возможность, как мы говорим, зашарить, поделиться сообщением из живой ленты. И эти сценарии будем прорабатывать. Чаты, видеозвонки. Опять коммуникационный блок. Мы знаем, что для клиентов сегодня очень важно развитие коммуникации. Вообще мгновенные мессенджеры побеждают, требуются всем. Групповые чаты, общие чаты, размещение мессенджера внутри портала и в живой ленте, и в остальных разделах, мы предполагаем, тоже решит ряд задач. Но и помимо этого, развитие самого мессенджера. Не буду сейчас детально перечислять с групповыми чатами и с открытыми чатами. Мы выделили ряд вещей, которые знаем, что могут помочь сделать их эффективнее. У нас есть такая внутренняя метрика, что мгновенных сообщений должно быть примерно в 10 раз больше, чем сообщений в живой ленте. Вот сегодня на нашем портале у нас получается так, но мы знаем, что по статистике не всегда так получается. Вот наша такая внутренняя цель — прийти к этой метрике и добиться результата. Мы планируем доработать поиск внутри Bittrex24. Он сегодня есть, он работает в соответствии с правами, много находит, но много и не находит. Хотелось бы, чтобы он находил, лучше фильтровал и в то же время работал. Есть такой тут термин, как ссылочный хаб. Когда мы могли, например, выбрать Рыжиков, задачи, последние, и прям подсказывали те задачи, которые были. И уже появилась ссылка внутри с превью, как это теперь принято. Чтобы это можно было сделать в чате, не так, как мы сегодня делаем, ссылку на задачу. Или если вы кинули эту ссылку, чтобы она развернулась в название задачи и в те параметры, которые есть. Есть у нас тут некое понимание о том, как развивать этот модуль. Календарь. Предполагаем, что можем его выносить на публичные страницы, чтобы вы могли делиться ссылкой на календарь, чтобы другие пользователи, как говорим, с улицы, со стороны компании, могли увидеть этот календарь, что у вас занято, где у вас свободные есть окна, заполнить себя и подать вам, так сказать, заявление, да? То есть попасть в ваш календарь, зарегистрироваться в вашем календаре. Продолжается развитие задач. И счетчики, и сценарии. Ну, в общем, мы рассчитываем
и управление задачами, связанные с Гантом и с зависимостью, решить, но во многом это будет связано также и с развитием мобильных задач. Это рабочие сценарии, они, скорее всего, немножко в другом виде будут реализованы, но сделать задачи, работающие на мобильном, это одна из наших, наверное, самых главных задач. Удивительно, но вчера по количеству вопросов мы даже начали шутить, что Bittrex24, что мы вообще становимся CRM-компанией. Очень много вопросов поступает по CRM. Мы рассчитываем отличное решение с аналитикой реализовать не только для сделок, но и для контактов компаний, для счетов, для лидов, воронки для лидов. И сделать возможность создать рабочий стол, такой же красивый и понятный. Решим ряд проблем, которые сегодня вам мешают. Справочники юридических лид, печатные формы, налоги. Сильно упростим конвертацию, сделаем ее проще и перенесем те данные, которые сегодня не переносим. Ну и основные сценарии на мобильном постараемся реализовать для CRM. А также, что будет развиваться? Для телефонии внутри Bittrex24, которая активнейшим образом растет, ну, по большому счету, на 25% в месяц вырастает трафик внутри Bittrex24 по телефонии. Самые горячие пожелания. Возможность выбрать отдел, звонки на внутренние номера, четкая очередь на входящие звонки, статистика, перенаправление во время звонка на произвольные номера и на сотрудников. Эту часть мы планируем реализовать и выпустить. Продолжается развитие по диску. Я не буду сейчас детально останавливаться, но мы постараемся сделать, чтобы это было удобно. Ну и идет переезд в Россию. До августа мы планируем завершить российский Bittrex24.ru, разместить в дата-центрах в России. Сейчас идет полным ходом этот проект. Идет тестирование, развитие баз. И я говорил, что первыми переедут NFR-версии партнеров в российский дата-центр. Но мы постараемся, чтобы это никаким образом было вообще незаметно для вас, чтобы это произошло прозрачно. Есть один секретный проект, мы как бы обозначаем, что работаем над одной из идей. Кому-то удалось сегодня за завтраком частично услышать, о чем идет речь, а по факту мы сегодня не расскажем. Так выглядит состав релиза по Bittrex24. Чуть позже мы скажем, когда все будет выходить. Управление сайтом 16.0. Опять же, буду двигаться. У меня до 10.40. У меня, к сожалению, очень мало времени. Подробно мы очень детально обсуждали вчера. Что появится? Поддержка 24 внутри управления сайтом. Классификаторы статей, помощь по месту, поддержка. И мы также открываем, скорее всего, судя по вашей реакции и готовности участвовать, открываем возможность публиковать статьи, проходить через модерацию, публиковать их и в поддержке 24, в Bittrex24 и для управления сайтом. Хотим запустить единую авторизацию во всех административных разделах управления сайтом единым аккаунтом Bittrex24. И чтобы не нужно было включать, обновление вышло и появилась соответствующая кнопка. Учитывая, что мы работаем над поиском, мы постараемся его улучшить внутри управления сайтом. Я надеюсь, вы с Максимом Смирновым поговорили и донесли до него информацию, что необходимо. Триггерные рассылки. Вчера был прекрасный доклад и даже такой квест-игра, как с этим работать. Очень гибкий, очень понятный инструментарий. Мы планируем и персонализацию добавить, и ряд вещей, которые связаны с рассылками. Я так понял, что мы задумаемся над тем, чтобы был еще либо единый сервис рассылок, либо мы могли и вы могли использовать какой-то сервис для того, чтобы отсылать и получать статусы. Продолжается развитие баннерной системы, модуля рекламы. Очень большой блок развития по интернет-торговле. Я надеюсь, вчера мне удалось вам показать и Алексею Кирсанову, что это не просто даже обновление произошло в последний момент, что это по большому счету новая e-commerce платформа сформировалась в результате развития и выпуска новой версии. Мы планируем доделать практически все, что связано с СКУ, потому что сегодня это один из основных трендов, связанных вообще в работе или интернет-торговле. Наборы и комплекты, доработки по наборам, по комплектам, с авторасчетами, пересчетами и так далее. Доработка публичных компонентов и в том числе реализация их уже на адаптивной верстке. Вы знаете, что мы перешли на работу с Bootstrap, поэтому компоненты будут уже реализованы таким образом, чтобы работать на всех
устройствах. Подарки и доработки развития системы подарков, работа с оплатами, новая система по разделению заказов, по работе с заказами требует рефакторинга служб доставки, рефакторинг 10 служб, ну и целый ряд других вещей, связанных с службами. Работа со скидками, появление нового, ну как бы изменение интерфейсов и появление нового интерфейса, связанного работа со скидками, унификация. Ну и большая часть работ уже по холдинговой структуре для интернет-магазина реализована внутри, в архитектуре, в API. Весь, кстати, e-commerce полностью перешел на D7. Я каждый раз напоминаю, что мы последовательно идем к реконструкции всего продукта, он переходит на новую архитектуру. И мы планируем, что мы теперь представим интерфейсы по холдинговой структуре, сделаем это все работающим. Есть одна из задач, связанная с интернет-торговлей, которую мы рассчитываем реализовать. По нашим как бы наблюдениям и по разговорам с вами и с клиентом есть много как бы сигналов, что помимо того, что вы приняли заказ, есть основные сценарии. Это обзвон клиентов, получение входящих звонков и упрощение всех этих сценариев. Учитывая, что все у нас есть в Bittrex 24, мы планируем сделать новую интеграцию, когда одним кликом вы смогли бы подключить свой B24, реализовав входящие и исходящие звонки клиентам прямо из карточки заказа. При входящем звонке находить и видеть данные по этому заказу, статус этого заказа и переходить непосредственно в заказ. Ну и мы рассчитываем представить внутри управления сайтом чат вашего Bittrex 24, чтобы вы могли коммуницировать между своими коллегами. Продолжаются развиваться инструменты по масштабированию и управления сайтом, и для Bittrex 24 в коробочной версии. И в этом смысле на самом деле сегодня приходят клиенты, когда уже произносятся цифры сотни тысяч пользователей, десятки тысяч пользователей. Например, там идет сейчас тендер и переговоры по десяткам тысяч клиентов. И для этого мы планируем реализовать эластичный веб-кластер, который будет менять количество серверов в облачной инфраструктуре в зависимости от нагрузки и уметь адаптироваться под возрастающую нагрузку и внутри частного облака, и внутри, например, открытого публичного облака, в том числе и для Bittrex 24, чтобы он мог быть использован. Так выглядит состав релиза по управлению сайтом. Мы также планируем выпустить версию 3.5 мобильной платформы. Это коснется и мобильного приложения Bittrex 24, это коснется вообще самого приложения. Не буду сейчас детально останавливаться, к сожалению, времени уже не остается. Мы продолжаем выпускать готовые решения, которые идут непосредственно от нашей компании. Интерактивная карта объектов выйдет, портал открытых данных, очень интересное решение, выйдет его обновленная версия. Сайт государственной организации с единой авторизацией от госуслуг, с адаптивным дизайном, с единым мобильным приложением. Новые шаблоны, сайт школы и учебного заведения обновится. Marketplace. И Marketplace для управления сайтом и для приложения 24 продолжают развиваться. За 2015 год выручка, суммы, которые были отправлены партнерам, составляет 28 миллионов рублей. Это очень хороший результат, очень большой рост, собственно, 55% по маркетплейсу. 5 партнеров заработали более миллиона рублей. 1000 решений, плюс 100 добавилось за это время, 2200 решений опубликованных. Ну, собственно, 1,5 миллиона установок. Это достаточно большой рынок внутри управления сайтом, и мы постоянно увеличиваем этот рынок для Bittrex 24, стараемся сделать его значительно более развитым. Ряд вещей, изменившихся по маркетплейсу, и что мы еще планируем сделать? Новый раздел авторов, ну, не буду, извините, перечислять. Хотел бы отдельно отметить лучших, показать лучших партнеров, которые добились, наверное, самых высоких результатов по реализации решений в маркетплейсе. Обращайте, пожалуйста, внимание на Marketplace, рассматривайте его как способ коммуникации с партнерами и с клиентами. Коллеги большие молодцы. Приложение Bittrex 24, не буду сейчас детально останавливать, продолжается развитие по этому направлению. Когда все ожидаем? В октябре, конец октября,
Один из Bittrex24 корпоративный портал в коробке, Bittrex24 в облаке. Ноябрь. Управление сайтом, версия Enterprise и мобильное приложение. Скорее всего, там середина, либо конец ноября. Так выглядят релизы, цены не меняются традиционно. Но есть один вопрос, над которым хотелось поразмышлять. И мы пока еще не выработали единого решения, еще не обсуждали это решение с вами. Но давайте попробую его сформулировать, как нам оно видится. На сегодняшний момент, продав лицензию, запустив проект, многие партнеры зачастую теряют контакт с этим клиентом. У вас нет регулярных коммуникаций. Очень немногие продают или помогают клиенту в дальнейшем, ведут сопровождение. Но кажется, что можно над этой темой поразмышлять. Каким образом? Помимо фиксированной цены, ну, например, сегодня как мы продаем льготное продление? Мы говорим, вот 22 – это льготное продление, например, для малого бизнеса. Оно составит столько. Стандартное продление составит 19 тысяч рублей. И это нужно покупать один раз в год. Но, вообще продукт поменялся, и он на сегодняшний момент уже не просто коробка, а целый набор сервисов. И когда, например, они не продлевают, у них отключается целый список инструментариев, которые не будут работать. Это раз. Во-вторых, вы не коммуницируете с клиентом, не помогаете, не поддерживаете его. Может быть, стоит уже перейти на некие регулярные платежи? Как бы это выглядело? Например, мы берем малый бизнес и предлагаем продление, ну вот по сути, в районе 1000 рублей. 1000 рублей в месяц, в общем, не кажется большой величиной. Да? Обновление. 3 месяца, 6, год. Величины разные. Может быть, мы могли бы перейти на такой формат продлений? Каждый месяц. Да, смотрите, тут есть и минусы, есть и плюсы. Еще раз, у меня сейчас не получится детально обсудить. Хотелось бы обсудить, ну, как бы, может быть, в кулуарах или, возможно, здесь есть плюсы и минусы у такого решения. Возможно, будут существовать две схемы одновременно. Возможно, то есть мы еще даже не приняли решение ни по ценам, ни по формату. Но если бы вы регулярно коммуницировали с клиентом, могли бы, например, добавлять какие-нибудь услуги, и могло бы появиться какое-нибудь расширенное продление. Возможно, например, продление плюс там 2 часа работы, которые вы предоставляете. Обновить клиента, помочь ему там с реализацией каких-то вещей. Да, но вы за это чаще всего деньги не берете, насколько мы знаем. Не, ну если они обратились просто так. Да, 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 понятно. То есть регулярное вам пока кажется сложным. Микрофончик дайте, пожалуйста. Не знаю, поддержу мнение других, нет. Сейчас клиенты подошли к тому, что они в принципе готовы раз в год продать лицензию. Они созрели. Если мы сейчас будем менять политику, то получится каждый год. То есть это дойная корова. Когда выводишь сайт на, то есть проект выводишь в мир, да, грубо говоря, все, запустили проект. Дальше и забыли. Нет, дальше, я как раз продолжаю, дальше должна начаться работа с клиентом. Если кто не ведет работу с клиентом, ребят, подумайте над этим. Должна быть работа. И вот эта работа в течение года, она как раз выстроит вам отношение к концу года, когда клиент сам к вам придет и скажет, ну не то, что придет, вы просто говорите, надо продлить лицензию, потому что то. Вы совершенно правы. Да, мы также понимаем вас. Но мы знаем, что большинство так не делает. Так и мы рассуждаем, что если мы дадим, например, вам продлеваемую услугу, то вы могли бы построить регулярные коммуникации с вашими клиентами ежемесячные. Первый, да. Они могут год мне не звонить, но через год они позвонят. Хорошо. Я бы,
На зимней партнерке мы устроим, давайте обсуждение, либо давайте, запустим обсуждение. Не, еще раз, это вот не есть готовое изменение, это есть тема, над которой мы бы хотели с вами Сергей, подискутировать. Сергей, маленький момент. Вот те партнеры, кто не... Встаньте, пожалуйста. Я здесь. Спасибо. Те, кто не хочет продлять, не помогает заказчикам это делать, это их проблемы. Есть те партнеры, которые активно работают, и, собственно говоря, мы, я думаю, вытянем тот кусок, который не продляется. Мне кажется, вот эта схема ежемесячных платежей, она очень тяжела будет для тех, кто как раз это делает. А те, кто не делают, они не будут этого делать дальше. Хорошо, первую реакцию мы услышали вас. Нет? Вы говорите нет. Хорошо. Окей, спасибо. Так, идем дальше. Тема импортозамещения. Закон принят. Полтора года обсуждалась эта тема. Хорошо, плохо, формулировки, в общем, это уже не так важно. Закон по импортозамещению принят. Вступает в силу с 1 января 2016 года. Все, кто работают по 44 ФЗ, то есть это госструктуры для закупок, должны будут использовать софт из каталога софта. Немногие туда попадают. Мы попадаем, один из Bittrex попадает полностью. Все российские права, все российские собственности, все размещено здесь. Мы попадаем в каталог по управлению сайтом по ряду категорий, по Bittrex 24, в том числе по ряду категорий. И, судя по всему, мы потом отдельно дадим список, Bittrex 24 становится альтернативой и заменой для SharePoint. Мы постараемся, чтобы он был заменой для Link, для Skype, для бизнеса, по CRM-кам и по ряду других вещей, в том числе по дискам. К сожалению, пока только госструктуры. Ну, я рассчитываю, что закон, наверное, расширят для коммерческих, не для коммерческих, а для госкоммерческих структур, да, где больше всего содержание, так сказать, госкапитала. Пока почему-то не получилось. Ну, посмотрим. Еще хочу сказать, что вообще сам разговор об этом уже имеет большое значение для госструктуры, для государственных коммерческих структур. Готовьтесь к этому вопросу. Не знаю, составьте у себя внутренний список госструктур, которые что-то закупали. Посмотрите их последние тендерные заявки предыдущего года. Подумайте, как с ними работать в следующем году, в 2016. Начните сейчас, в 2016 вы будете уже готовы. Насчет защиты тендера оставляем, да, все наши инструменты, все работают. Enterprise. Для крупных территориально распределенных предприятий мы с вами ввели управление сайтом Enterprise редакцию. Вы помните, какая была первая реакция? 1,5 миллиона за лицензию, да, быть не может. Все размышляли, зачем, почему, как. Нормально, хорошо вы сейчас продаете. И очень многие отозвались, сказали, что ну вот теперь мы наконец можем пойти во взрослые тендеры, в хорошие заявки, в большие проекты. Но по Bittrex 24 давление на нас – крупных интеграторов и вообще крупных партнеров очень высокое. Это тоже не решение сегодня, но мы хотели бы с вами его обсудить. То есть мы могли бы, например, холдинг трансформировать в Bittrex 24 Enterprise и дать ему некий набор функций. Адаптация под большие объемы, кластеры, мультипортальности. Есть еще одна возможность, мы ее пока обсуждаем, решение не принято. Просто для одного из больших тендеров, у которого оказалось 600 предприятий, в каждом ставят свой портал, рассматривается возможность сделать нетворк между этими предприятиями. То есть не публичная сеть, а какая внутренняя сеть внутри компании. Вообще уровень и класс решений высокий, и большинство говорит, ну хорошо, вы сделали Enterprise, только уберите свой анлим. Они говорят, с анлимом, когда появляются предприятия на сотню тысяч человек, цена в 1,5 миллиона для нас недопустима. То есть нам неинтересно даже идти туда обсуждать. И еще, опять же, обсуждаем вариант. Хотели бы услышать ваше мнение. Мы могли бы отменить Unlim, каким образом отменить? Сделать его на 1000 пользователей. То есть то, что сегодня называется Unlim, по этой цене оставить на 1000 пользователей, ну, по сути, пакет на 1000 пользователей. То есть покупаете фундамент, добираете либо пользователями, если их немного, либо покупаете тысячный пакет. Ну, соответственно, пакеты дальше 2, 3, 4 тысячи. Ну, после 5 уже звонок Рябинкову для согласования цены. То есть наш энтерпрайзный отдел. Еще раз подчеркну, это крупные тендеры. Вот сейчас, например, идет на 100 тысяч, на 30 тысяч. И ни вы, ни крупные интеграторы
Только ты решилась, я так понимаю, да, встать и подойти мне показать минуту. А мы договорились с Кулешовым, что я 10 минут у него получу. Вот он. Итак, обсуждается этот вопрос. Он, в общем, вполне себе возможный. Ну, кстати, может быть, я понимаю, что еще не успели поразмышлять. Но давайте предположим, поднимите руку, кто считает, что можно сделать таким образом, отменить анлим на 1000. Ну, даже на 500? 500 себестоимости. Хорошо. Окей, коллеги, пожалуйста, подойдите, пообсуждайте, скажите свое мнение. Хочется понимать вообще, поможем мы вам, всем нам, потому что для нас с вами это, в общем, и заработок, и фундамент. Я, наверное, подчеркну еще, какой сценарий. Вот, не называя компании, идут переговоры по управлению сайтом. Общая цена лицензии на Enterprise составила 7 миллионов. Ребят, такое бывает. 80 серверов. 7 миллионов. Партнер говорит, не может быть такая цена. Давайте как-нибудь скидывайте. А на самом деле сам-то тендер огромный. То есть там тендер вообще большой. И мы им пытаемся объяснить, и вам пытаемся объяснить. В этой цене 50% вашего. Это та цена, которая вас защищает, вас страхует, потому что эти крупные проекты, они очень рискованные, они очень ответственные. И крупный интегратор, например, с которым вы пойдете в тендер и будете бороться за этого клиента, они умеют свои интересы соблюдать очень хорошо. А вы не всегда умеете защитить свои интересы и сделать какую-то прослойку для себя, которая вас подстрахует, ну, при выявленных обстоятельствах при сдаче проекта. А это ваша страховка в том числе. Поэтому не спешите там падать по цене, общайтесь с Артемом Рябенковым. Мы активнейшим образом помогаем в таких тендерных заявках, в переговорах, участвуем в переговорах, подставляем вам плечо, чтобы вы правильно справлялись и с нагрузкой, с давлением интегратора и клиента, и с нагрузками, которые могут быть на этот проект, ну и вообще с реализацией подобного масштаба проектов. Ну вот, собственно, все. Мне тут говорили, что минута осталась. У меня она, наверное, завершена. Я, наверное, в завершении еще раз скажу, что ну, такое сейчас время. Меняется много всего. С одной стороны, вроде бы интернет-сегмент достиг насыщения, но меняется много других факторов, экономических, политических, каких-то других. Не надо сопротивляться, этому надо просто принимать это как данность. Изменения происходят. На одной из лекций по бизнесу, я, слушая преподавателя, услышал, в общем, на мой взгляд, очень точную формулировку, на мой взгляд. Задача директора компании, большинство из вас здесь таковы, следить за изменениями компании. Вот если раньше, ну там, не знаю, в 19 веке задача гендира, он был администратор, его задача была произвести что-то, оказать услугу, там, выполнить, то сегодня главная задача директора – понимать, что что-то меняется на рынке, и в соответствии с этим менять свою компанию, соответствовать изменениям. Поэтому мы стараемся со своей точки зрения следить за изменениями. Поэтому поднимаем вот такие, может быть, еще пока непонятные вопросы. По поводу цен на энтерпрайзы, по поводу соответствия рынка, по поводу перехода на подписку или других вопросов. И мы обращаем ваше внимание. Корректируйте свой спектр услуг, добавляйте новые, выделяйте то, с чем вы могли бы работать с клиентом. Понимаете, как меняется клиент, ну, собственно, развивайтесь. Все, я не знаю, у меня… Давайте 3 минутки. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я так понимаю, что я закинул много спорных тем, у вас, может быть, и мнения, или вопросы. Сереж, пока переключайте, потому что… Николай Смирнов. Вопрос такой. С одной стороны, речь об импортозамещении, госконтракты, Enterprise, а с другой стороны некое кокетство по поводу CRM. Все-таки непонятно, что же такое Bittrex 24? Может быть тогда и назвать все своими именами? OSS, BSS. А назовите. Там, ну, OSS, BSS, 4 сектора, персонал, коммуникации, информация, объекты. Персонал – это структура компании, ну, с элементами HR. Да, я понимаю, Коля. Ну, на самом деле, я понимаю вопрос. Коммуникация – это веб, смс, объекты – это… Я понимаю, Коля. Давай сейчас ну, чуть покомпактней. И CRM – это CRM, OMS, workflow, workforce, ну, задачи, бизнес-процессы и так далее. Назвать своими именами и вот сделать презентацию правильную.
Ну, а не от себятины такую, понимаете? Вообще вопрос интересный и спорный. С одной стороны, да, так было раньше. А с другой стороны, может, мы скажем вообще, что все будет по-другому? Если мы разделим на такие блоки, то каждый из этих блоков будет конкурировать с теми участниками рынка, которые на этом работают. Это не очень хорошо. Мы конкурируем с Саппом и Зиппелем. Нет. Не, мы, конечно, и по фамилии, и вместе с 1С мы конкурируем и с Саппом, и с Зиппелем, но мы там им помогаем. А когда мы с вами говорим, ну, вообще блок формируем, ну, это вообще любопытный философский вопрос. Давай после мы его детально обсудим. Я попробую тебе объяснить, как мы рассуждаем, почему наша стратегия сейчас выгоднее. Мне кажется, когда нету прямого сопоставления и прямого сравнения, тогда происходит стандартный слом по принятию решения. И мы получаем некое преимущество по прохождению, ну, классических препятствий. Вообще всегда хорошо войну вести по своим правилам, а не по правилам тех, кто там уже глубоко окопался. Ну давай... Ну, какое же это кокетство? Это стратегия. Хорошо. Да, Сергей, к вопросу перехода на подписку, может быть, стоит подумать, чтобы приучать клиентов сразу и продление на первый год не давать его сразу как отдельную услугу. Потому что иначе за год просто все равно теряются эти клиенты. Да, то есть разделить сразу. Я понимаю. Вот мы как-то размышляем над тем, как найти способ, чтобы вы с самого начала вводили понятие подписки. То есть... Может быть, мы вообще введем какой-то пакет, который, не знаю, будет еще и хостинг включать или еще что-нибудь. Ну, то есть что-то надо, чтобы вы коммуницировали ежемесячно с клиентом. Тогда вы построите с ними регулярный формат. Вы это делаете, но не все это делают. А мы хотим вас всех научить, что это правильно, системно, вы получите много от этого выгоды. Это вот вопрос продолжение дискуссии. Это вот тема, я здесь, да, Андрей Анатольевич Игорь. Очень удобно, на самом деле, если будет возможность помесячно продлевать подписку. Я категорически не согласен с тем, что нужно подписывать раз в год. Ну, объясню, слава почему. Богу, спасибо, что вы выступили. Объясню, почему. Вот. Удобно почему? Просто, когда приходит новый клиент, ему сразу не продавать годовую подписку, а продавать ему маленькими пакетами. Он постепенно привыкает к работе ежемесячно, регулярно, там, вместе с часами на какие-то работы. Да. Вот я как раз об почему этом. Почему мы? Если кто-то хочет продавать год, продавайте год. Просто нам кажется, что если мы вам дадим такую структуру формата, то потихонечку будет меняться психология клиента. Это очень непривычно в первый раз звучит, поэтому я же не говорю, что сразу давайте, даже вам непривычно, но может быть мы вас убедим. Может. 1С, они прекрасный инструмент, мы же смотрим на них, они же образец во многих вещах, как правильно делать. Пожалуйста. Предложение от образца, мы сервис-центр по ИТС, порядка 1200 клиентов, пятый в стране. И ежемесячно мы получаем списки от 1С, кто не продлил ИТС, у другого партнера. То есть те, кто не занимаются, пусть не занимаются. Наоборот, те, кто занимаются, эту штуку туда вкладываются, администрируют, продлевают там помесячно, там, либо по году. То есть такое предложение. Спасибо большое. Ну давайте последний вопрос. Серьез, к сожалению, больше времени нету. Что? Все? Ну давайте последний. Все, извините. Месячное продление. Очень круто. Но я бы еще сказал, вот по вопросу, как на него посадить, может быть, стоимость лицензии есть смысл с первого года размазать на год. Просто со второго года она будет дешевле. То есть сразу прям подписка, как на... А вы сразу не заработаете. Ну, тут смотрите, какая логика. Почему первая цена сразу, почему лицензия? Она, во-первых, все-таки коробка. То есть все должно как-то быть разумно, то есть и соответствовать реальной себестоимости. То есть если для вас и для нас это максимальный пик поддержки, лицензия, запуск проекта – это отдельный цикл, у него своя экономика. Поддержка, сервисы, коммуникации, другой цикл, у него своя экономика. То есть у всего должна быть некая рациональность и соответствие. То есть это не просто попытка там собрать больше денег, а попытка сделать регулярно и соответствие ожиданиями. То есть 1000 в месяц или там, например, с вашим пакетом услуг 3000 в месяц его подписка, понятно, немного и понятно, за что берем. Еще раз, может быть и тот сценарий будет работать, и новый. Давайте мы попробуем это сформулировать. Это большое изменение. Мы попробуем обосновать точно, как мы это предлагаем, и запустим обсуждение. Хорошо? Это пока все обсуждаемые варианты. Да, вот там мы понимаем, что вот этот год нужно с самого начала строить регулярщину. Но у нас пока вот еще не сложился формат как. Спасибо большое, Саш. Прошу тебя.